Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня еще хочу посмотреть одну семеечку. Вот тут я уже добавил несколько пару корпусов меда, у меня было в запасе. Посмотрим, что они дают. Первый раз я не смотрел, но знаю, что летают, пыльцу носят. Сегодня 24-25 градусов по Цельсию, 24 февраля. Вот посмотрим. Первый осмотр я еще не смотрел внутри, поэтому февраль еще, пчела идет только на замену, пчелы может быть немного. Но главное определить, матка есть, расплод сеять, корма есть, тогда все нормально. Если нету кормов, надо добавить. Если есть корма, то все равно можно добавить кормов побольше, потому что когда семья имеет запас, она тогда хорошо развивается. У нее есть перспектива, они всегда держат запас. Если кормов нету, она может медленно развиваться. Поэтому лучше добавить сиропчику. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажмите на колокольчик, смотрите сверху, там на подсказка, вот какие новые видео. Задавайте вопросы, комментарии. Жду ваших комментариев. Продолжаем смотреть наше видео. Здесь мы немножко прикрыли пленочкой, чтобы тепло было. Вот, сохранялось. Это у меня целый корпус с медом. Еще на одну зиму хватит. Вот, пчела тут наверху уже. Вот, что у нас на низу? Семья не сильно, так сказать, тоже. Вот. Ну, одну рамочку вытащим, чтобы нам можно было посмотреть, что есть. Развивается она, чи не развивается. Вот, это сбоку пустая рамочка. Вот, а здесь смотрим. Пыльцой лазают, бегают. Это с медом, вот, смотрим, рамочка хорошая. И пыльца есть. Смотрим дальше. Это с медком. Вот и пыльца, и засев по центру. Ты смотри, напрыска нанесли. Ты какие молодцы, а? Целая рамка напрыска. И вот эта вот середочка засеяна, видите, черненькая, как сказать. И пыльца по краям засел. Вот, молодцы, работают. А с этой стороны тоже пятачок вот тут подсели. А это напрыск тут. Молодцы. Смотрим дальше. Семья, немного пчелы, смотрю я. Она на втором, на третьем корпусе собралась вся. Вот тут расплодик, пожалуйста. Есть на замену. Вот даже молодая пчелка бегает. Вот эта вот молодая пчелка уже вывелась. Вот, вот, вот молодая вывелась. И с этой стороны пчелы не густо. Ну, замена идет. Как только заменится, будет все нормально. Вот, смотрим дальше. Одна рамочка с расплодиком есть, пятачки есть. Вот это вторая рамочка с расплодиком. С этой стороны расплодик и с этой стороны расплодик. Матки не вижу, может, она где сбежала, но в принципе две рамочки с расплодиком. Семья небольшая. А эта рамочка с пыльцой. Смотрите, сколько нанесли пыльцы. Желтая. Вот эта вот сторона желтая. Вот. Пыльцы несут, а кормить некому. Пчелы мало. То есть пчела не сильно хорошего качества в зиму пошла, по-видимому, почему-то. Не знаю. Ну, а матка, видать, сбежала на другой корпус, там, где медовый. Снизу тепло поднимается, и она пошла туда, на медовый корпус. Вот такая, ну, это сказать, немножко слабее семья. Вот. Что сказать? Расплод есть. Не будем дальше ее тревожить, потому что это первый раз, так сказать. Ну, мы уже знаем, что там есть, как говорится. Поставим еще вот этот корпус наверх. И пусть они развиваются. Тут дальше может... Будет все нормально. Матку я не стал искать, потому что яйца есть, расплод есть.
И в этом я успокоился, так сказать. Итак, друзья, до встречи. Осмотрели маленькую семейку. Нормальное развитие. 2-3 рамки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи вам. Задавайте комментарии. Весна все-таки. Семьи после весны ослабленные бывают. Это две ослабленные семьи попались. Я их еще не смотрел. 4 хорошие семьи просмотрел. Думаю, ну посмотрим. Что есть, то есть, так сказать, показал. Вот. Ну, в целом, семьи сохранились. До свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки.